Всем привет! Мы вышли на улицу посидеть. Фейна, как всегда, вся чумазая. Я одела кофту мужа. Свое все убрала в кладовку теплую. Кофта, это не куртка, это кофта. И Фейну одела. Как два бомжонка. Ну, нас никто не видит. Пуська. Вот. Есть еще другой. Ну, это, по-моему, тот же или нет, не знаю. Тут мало его. Здесь вот другой. Здесь тоже мало еще фейна пообрывала. Но тут уже сладкий, этот нет. Очень мало, не знаю. Не знаю, пришла пора спеть ему или нет, но он сладкий уже. Причем он давненько так-то сладкий. Фейн, ну, и у меня, и у себя. Ля-ля. Ну, ля-ля. Ну, маленькая кисленькая есть, но так. Уже как будто спелый. Завтра уже поедем в деревню. На 4 дня. Сейчас хочу здесь травку подергать. Пока время есть. Фейне уже через часик ложится. У меня готовится плов, я села пить кофе и рахат лукум. Я вчера попробовала две штуки, вообще сахар галимый. Как это едят? Мне кажется, там одну конфету с кружкой чая надо пить. Так это на месяц хватит тогда. Thank you.
этот мальчик хочет что? Ложись, ложись, ложись. Тихо, не держись. Фаин, ты что, ручку оторвешь? Аккуратно лестницу, хопочки. Давай, давай, давай. Лестницу, хопа. Давай еще на ту. Оп, ой, молодец, какая. Ну, смотри, последний. Смотри на ступеньки. О, молодец. Молодец. Так, что у нас тут еще? Будь здоров. Будь здоров. Она еще хочет вон стоять. А я не помешаю. Нет. Пусти, оп. Ну, давай приступай. До. До. Молодец какая. Теперь назад давай пошли. Переворачивайся. Опа. Опа. Молодец. Ой. Она как-то говорит не ой, а как-то моньк. Интересно, ты что еще хочешь? Пошли. Интересно. Моньк. Моньк. Моньк.